Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. И для любителей заработка без вложений, сегодня хочу напомнить о таком проекте Эверби, где нам при помощи социальных сетей дают зарабатывать абсолютно без вложений. Регистрация и авторизация здесь через Google аккаунт. Просто кликаем на синюю вкладочку, кто не знает, а кто знает, заходите. И я захожу, у меня здесь два аккаунта. И сейчас войдем. И попали в кабинет. Я вчера залила видео на YouTube. Ну вот. Где показано, как устанавливать расширение Google. У меня оно есть, но я им не пользуюсь, так как не имеет смысла аккаунт Facebook. Это все как бы в России заблокировано. И какой смысл мне его устанавливать, если дохода не будет? Я работаю так вручную. Значит, баланс на вывод. И здесь можно рекламировать и зарабатывать. У меня стоит галочка на зарабатывать. Значит, здесь статистика идет. Значит, если мы кликнем на баланс, значит, вывести, история операций, перевести средства, изменить валюту по умолчанию. Ну, стоят USDT. Значит, вывести. Минимальная сумма для вывода $6.5. Комиссия для вывода состав... Так. Значит, комиссия для вывода составляет 5% для вывода и 7% для других платежных систем. Ну, еще у меня, как видим, минималки нет. Когда будет что выводить, я запишу видео. Далее история операций. Я забыла про этот сайт, про этот проект. Вот. Ну и здесь история операций. Я выводила вот $8. И 3 года, друзья, без перерывной работы. Это о многом говорит. Значит, здесь что? На чем мы зарабатываем? Здесь уровень. Главное вот вывести средства. Также здесь можно кликнуть. И, как я сказала, вот здесь, да? Значит, у нас здесь категория задач. И, пожалуйста, видим, да? Видите, Инстаграм в России заблокирован. Вручную он недоступен. Только автоматически. Автоматически это означает, через расширение идет заработок. Вот. Ну, Твиттер тоже заблокирован. Фейсбук. Здесь нет Фейсбука. Тоже заблокирован. Я не могу работать при... Ну, с включенным VPN. Мне тогда вообще никуда не будет не зайти. Вот так я вручную. Значит, выполнять задачи, категории задач. Вот сюда я кликаю. Вот здесь есть, смотрите, трафик на сайт, подписчики Twitter, лайки Twitter, ретвиты, подписчики. Это все Twitter. Потом подписчики TikTok, лайки TikTok, канал Telegram, просмотры YouTube. Вот я тоже выполняю. Лайки YouTube. Ну, ВКонтакте я не лезу, я не хочу никого лайкать, не подписываться, не вступать во всякие группы. Я вот в основном трафик и YouTube. Вот. Значит, кликаю трафик на сайт. И все довольно-таки просто. Здесь более чем предостаточно. Значит, кликаем «Просмотреть сайт».
Нас перебрасывает на страничку. И, пожалуйста, вот здесь идет таймер. На страничке находиться не обязательно. Можно параллельно сидеть в другом боксе, как я делаю. Или я же параллельно сижу в боксе в другом. Или же я просматриваю видео там других блогеров. Вот. Ну, или же даю рекламу. Вот. А так ждем окончания таймера. Все. Чтобы нам зачислилась денежка, не забывайте закрывать вот эту страничку. Все, закрыли. И вот вы успешно выполнили задачу. Все, кликаю далее. И пошло так далее просматривать вот эти трафики, рекламку вот эту, кто дает рекламу, да? Также подписчики Twitter, также... Здесь у кого не заблокировано, пожалуйста, работайте и выполняйте. Также здесь более чем достаточно. Вот, много чего. Расширение. Посмотрите видео. Далее моя активность. Конкурсы. Вкладочка рефералы. Находится партнерская ссылочка. Вот она. Ну, служба поддержки, база знаний. Ну, тут все легко и просто. Далее рекламодателям также можно давать рекламку. Баланс по нулям. И здесь пополнить баланс. Пожалуйста, различные платежки. Можно с баланса из заработанных средств пополнить. Далее банковские карты, электронные валюты, Payeer, криптовалюты. Здесь множество. Я давала рекламку. Вот. Вот так я рекламила. Вот. Так. Нет, надо вот это рекламировать. И что? История операций. А, ну вот это и это и есть. Зарабатывать. Ну вот как-то так. Кому интересно, работайте. Здесь все предельно просто. Набираем минималку, ставим на вывод. Вывод обрабатывается в ручном режиме. Ну и зарабатываем. Здесь все легко и просто. Вот. И, конечно, много заработка. Кто не из России, пожалуйста, устанавливайте расширение. И на автомате это все вам будет зачисляться. Вот. Ну, в принципе, на этом все. Здесь можно язык установить, пожалуйста, любой, какой вам надо. Вот. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.